Борислав Корнеевич Молодзиевский родился 28 июня 1858 года в Москве. В семье профессора Московского университета по специальности медика. Но уже в 7-летнем возрасте Борислав Корнеевич лишился отца, и все дальнейшее его детство и юность протекали в достаточно стесненных материальных условиях. И в попытке уйти от мелких повседневных забот, мальчик погружался в чтение книг, оставшихся от покойного отца. Уже в 10 лет Борислав Корнеевич поступил во второй класс Московской 5-й гимназии, который окончил золотой медалью в 1876 году. В гимназии он выделялся своим дарованием и интересом к занятиям. Его математический талант сказался очень рано, но наряду с математикой он интересовался также другими остальными предметами и в том числе был прекрасным знатоком древних языков и ценителем классической литературы. Эта разносторонность интересов оставалась отличительной чертой Борислава Корнеевича во всю его жизнь. И, будучи математиком по специальности, он также живо интересовался физикой с одной стороны и философией с другой стороны. Следил внимательно за всеми выдающимися трудами в этих областях и часто менее или более крупные явления в области науки или искусства не проходило мимо его внимания. Окончив гимназию, Борислав Корнеевич поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета, где слушал множество выдающихся профессоров-математиков, таких как Давидов, Бугаев, Слуцкий, Столетов, Бредихин. Но наиболее тесная духовная связь у него установилась с Цингером Василием Яковлевичем, который и до конца поддерживал со своим учеником эту связь, и она не прерывалась до конца жизни Василия Яковлевича. В начале 1883 года Борислав Корнеевич сдал последний магистерский экзамен, и в 1885 году был утвержден в звании приват-доцента Московского университета. С этого момента начинается долголетняя и блестящая деятельность Надзиевского в качестве преподавателя высшей школы. Лекции Борислава Корнеевича отличались выдающейся ясностью изложения и изяществом применения методов, всегда собирали очень полную аудиторию. После защиты магистерской диссертации «Исследования об изгибании поверхности» в 1886 году и защиты докторской «О многообразиях многих измерений» в 1890 году Борислав Корнеевич был командирован за границу, где провел где-то полтора года, работая в Цюрихе, Париже и Геттингене. Особенно много он вынес для себя из личного общения с находящимся в то время в Геттингене знаменитого Шварца. По возвращению в Москву в феврале 1892 года Борислав Корнеевич был назначен экстраординарным профессором и с тех пор стал принимать самое близкое участие в жизни Московского университета. Он был деятельным, авторитетным членом факультета и совета, часто избирался в различных комиссиях, почти во всех диспутах по математике и по механике он был одним из оппонентов. Ему обязан своим созданием математический кабинет. Он был также долгое время заведующим семинарской студенческой математической библиотекой. При его ближайшем участии организовался студенческий математический кружок. С назначением профессором Борислав Корнеевич стал читать основные курсы для начинающих студентов. В частности, в продолжении ряда лет читал курс аналитической геометрии. Ну и его лекции, предназначенные для студентов первого курса, имели весьма большое значение для математического развития его слушателей и пользовались большим успехом. Одновременно Борислав Корнеевич оставлял чтение специальных курсов, темы для которых он выбирал из различных областей математики,
знакомя своих слушателей с новыми результатами науки. Где-то с 5 февраля 1910 года Болеслав Корнелевич был утвержден в звании заслуженного профессора. А через год ему пришлось покинуть вместе с рядом других профессоров и преподавателей университет. Было это проделано с тяжелым сердцем, и долгое время, до 1917 года, он работал в другом месте, вел семинары в городском университете имени Шанявского. На высших женских курсах также Болеслав Корнеевич работал, и где-то со дня их основания. Всецело его заботам была организована семинарская математическая библиотека, математические кабинеты, читальня. На высших женских курсах Болеслав Корнелевич совместно с Власовым впервые в России организовал математический семинарий, и таковой же вскоре был открыт в Московском университете. С тех пор семинарии заняли подобающее место в преподавании на математических отделениях университетов. В 1919 году физико-математический факультет бывших высших женских курсов 2-го Московского государственного университета был слит с таковым же факультетом 1-го МГУ, и в составе 2-го МГУ осталось химико-фармацевтическое отделение, на котором продолжал свою деятельность Болеслав Корнелевич. Кроме того, Болеслав Корнелевич преподавал в Московском инженерном училище, в Институте народного хозяйства имени Карла Маркса, в Военно-педагогической академии, в Академии социального воспитания. Курс по основаниям геометрии, который он читал в университете имени Шанявского в 2011-2012 году, собирал огромную аудиторию самого разнообразного состава и был своего рода событием в математической жизни Москвы. Кроме того, еще в начале своей деятельности Болеслав Корнелевич преподавал в средней школе в Усачевско-Черняевском училище. Он не оставлял этого преподавания в течение почти 20 лет и впоследствии также продолжал интересоваться постановкой преподавания в средней школе, принимал деятельное участие в работах различных педагогических объединений, был одно время председателем математического отделения педагогического общества, а затем одним из организаторов и бессменным председателем Московского математического кружка. Болеслав Корнелевич посвящал много времени и внимания деятельности этого кружка и часто выступал с докладами, принимал деятельное участие во всероссийских съездах преподавателей математики, из которых второй был организован Московским математическим кружком во главе с ним же. Активное участие принимал также Болеслав Корнелевич в жизни почти всех ученых сообществ Москвы. Членом Московского математического общества он был избран в 1885 году и должность секретаря исполнял с 1891 по 1906 год, когда был избран вице-президентом. И, наконец, в 1922 году был избран президентом. В заседаниях общества им было прочитано всего 66 докладов. Болеслав Корнелевич при этом был не только прекрасным докладчиком и незаменимым слушателем чужих докладов. Он обыкновенно быстро схватывал существо доклада и почти всегда выказывал ряд интересных замечаний и дополнений к докладу. Главнейшие научные труды Болеслава Корнелевича относятся в области дифференциальной геометрии. Здесь прежде всего следует назвать его магистерскую диссертацию «Исследование об изгибании поверхностей». Это сочинение содержит первый правильный вывод общего уравнения изгибания, теорию дифференциальных инвариантов поверхности, которые в то время еще не получили полного своего развития. И также было прекрасно изложено ранее известные частные результаты по теории изгибаний, их обобщение и геометрическое истолкование. К вопросу об изгибании особенно относятся работы о поверхностях, связанных с поверхностями Петерсона, ну и многие другие. Другие более мелкие работы Болеслава Корнелевича относятся к геометрии, в частности, к анализу и частью к прикладным наукам. В большинстве случаев они содержат остроумное, изящное решение какого-либо вопроса, который
или не был решен, или был решен ранее, но менее совершенным методом. В жизни Болеслава Корнелевича роковую роль сыграл 1911 год, когда ему пришлось уйти из университета. Это очень тяжело отозвалось на нем. У него было сильное душевное потрясение, что повлекло за собой серьезное заболевание диабетом. Рецидивы этой болезни сказывались впоследствии и содействовали его преждевременной кончине. Особенно трудными оказались 18-19 год, когда Болеслав Корнелевич пережил смерть жены, и уже позже, последний год своей жизни, он был очень перегружен работой. Он вел одновременно обязанности профессора 1-2 университетов, преподавал в Академии социального воспитания, состоял директором научно-исследовательского института математики и механики, был председателем предметных комиссий в обоих университетах. Ну, кроме того, после смерти профессора Власова Болеслав Корнелевич счел своим долгом взять на себя его лекции в университете и институте народного хозяйства. К этому следует добавить работу по изданию курсов аналитической геометрии и алгебры и по редактированию перевода книги Гурса. Силы Болеслава Корнелевича не выдержали такой работы. Он стал переутомляться, часто хворать. В декабре 1922 года, после осложнений, после операции, он стал себя чувствовать хуже и умер 18 января 1923 года. Предлагаем вам познакомиться с трудами Болеслава Корнелевича Младзиевского, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В фонде библиотеки МПГУ хранится издание с дарственной надписью Болеслава Корнелевича, адресованной библиотеке московских женских курсов. В магистерской диссертации «Исследование об изгибании поверхностей» Болеслав Корнелевич впервые дал безупречный вывод общего уравнения изгибания поверхности. Методы, которыми пользовался Младзиевский в этой работе, пригодились ему и при написании докторской диссертации о многообразиях многих измерений. Ученый неоднократно возвращался к вопросу об изгибаниях в своих более поздних трудах, о поверхностях, связанных с поверхностями Петерсона, об изгибании поверхностей Петерсона и в других. Предмет высшей алгебры, по определению ученого, есть учение об алгебраических уравнениях, то есть таких, в которых неизвестные величины входят под видом алгебраических функций. Одноименный учебник впоследствии станет одним из первых в СССР учебников по высшей алгебре. Болеслав Корнелевич Младзиевский одним из первых стал читать курсы, относящиеся к новым отраслям математики, излагать старые ее отрасли, исходя из новых положений. Ученый продолжил основанное в Москве Карлом Михайловичем Петерсоном направление в области дифференциальной геометрии, относящееся к теории изгибания поверхностей. Осенью 1913 года начал свою деятельность математический кружок слушательниц московских высших женских курсов, поставивший себе целью объединение слушательниц на почве научных и педагогических интересов и развитие среди них научной инициативы. Также кружок приступил к составлению собственной библиотеки, к изданию лекций и серии открыток с портретами математиков. Перед вами три издания кружка 1914 года. Болеслав Корнелевич Младзиевский начал свою блестящую лекционную деятельность в 1885 году. В 1900-1901 учебном году он прочитал специальный курс по только появившейся тогда во Франции теории функций действительного переменного, с которого начинается предыстория Московской школы теории функций. Этот же курс читался ученым и на МВЖК. Основы аналитической геометрии в пространстве были первоначально составлены автором как пособие для слушателей курса, читавшегося им в Московском университете, и изданы на правах рукописи. Настоящее четвертое издание было предпринято Московским студенческим издательством и перешло в государственное издательство только во время печати. Продолжая смотреть на эту книгу лишь как на пособие для слушателей, автор не внес в новое издание существенных изменений, чертежи остались также прежние. В конце книги некоторые изображения поверхности второго порядка заменены более правильными аксонометрическими. Учебник «Основы высшей алгебры» стал одним из первых в Советском Союзе учебников по высшей алгебре. В издание включены следующие разделы: комплексные числа,
многочлены, симметрические функции, системы уравнений, двучленные уравнения, алгебраические решения уравнений, отделение корней и вычисление корней. Книга составлена автором по предложению государственного издательства. В ней ученый стремился познакомить читателей, не обладающих большими сведениями в высшей математике, с основными способами решения численных уравнений. Предполагается только, что читатель знаком с основами дифференциального исчисления и с основными свойствами алгебраических уравнений. Первые два тома Гурса «Курс математического анализа» были переведены на русский язык под редакцией Болеслава Корнелевича Младзиевского и изданы в 1911 и 1912 годах. До этих пор литература по математическому анализу была исключительно французской. В 1933-1934 годах в переработке Степанова были переизданы все три тома, два из них также в редакции Младзиевского. Младзиевский, сидевший рядом со мной, по моей просьбе с большим воодушевлением изложил мне замечательно просто, ясно и красиво одну из теорий высшей математики – о трансфинитных числах. Вот признак таланта – умение изложить самую сложную тему в самой простой и ясной форме. Михаил Михайлович Богословский. Дневники. Из собрания Государственного исторического музея. С перечнем работ Болеслава Корнелевича Младзиевского, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.